Привет, оттанкетёшки! Сегодня будет новогоднее меню. Это самое быстрое, самое простое и самое русское новогоднее меню. Салат называется «Снеговичок», и вам понадобится морковка. Украшаем. В этом салате главное пуговички, потому что не все понимают, особенно те, кто сидит с той стороны, что это голова. Поэтому мы добавляем пуговички. Ну вот теперь понятно, что это голова. Следующий салат. Елочка, ведь елочка должна быть в каждом доме. Нам понадобится соленый огурец. В этом салате главное оптимально подойти к выбору размера огурца. С минус 15 сантиметров. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Меняем метод резки огурца. Косоглазие. Потому что именно косой порез огурца лучше всего визуализируется в пьяных глазах ваших гостей. Следующий салат должен обязательно быть на каждом новогоднем столе для того, чтобы у вас весь год была селедка. И этот салат так и называется – была селедка. Берем селедку, отрезаем ей голову и хвост. Лук режем на кольца. Укладываем селедку. По центру хаотично раскладываем лук. Последний штрих – поливаем маслицем. Салат «была селедка» готов. Следующий салат называется «любительский» для тех, кто любит ее не попить, а покушать. Хлеб нарезаем кубиками. Обильно поливаем. Салат «Кушай меня» готов. Самое главное украшение новогоднего стола – это горячее блюдо, и у нас будет расколбас. Начинаем готовить салат расколбас. Попку, кстати, отрезать не обязательно, она в это блюдо пойдет замечательно. Вам нужны хорошие два ножа, колбаса. И начинаем! Смотрите, как аппетитно у меня получилось. Теперь отправляем это блюдо в духовочку. Минут на 5, не больше. Можно в микроволновку или обжарить на сковородочке на подсолнечном масле. Если вы хотите, чтобы у вас получился полный расколбас, то добавьте горчицы и хрена. Или кавказский расколбас, тогда добавьте аджику. Если вы хотите диетический расколбас, то добавьте побольше майонеза. Тогда после Нового года вам захочется сесть на диету. Еще возможные варианты – самурайский расколбас по версии Тарантино «Брат 2». Добавьте васаби. Ну вот посмотрите, какой новогодний стол у меня получился. 3 салата, закуска и горячее. Всех с Новым годом! Успеха, счастья! И надеюсь, мои рецептики вам помогут весело встретить Новый год! Делаем снеговика. Все нужно сделать очень красиво. Да что ж такое? Привет! Что это? Следующее блюдо снеговичок, и вам понравится морковка. Что это такая кривая? Ладно, пойдет. Следующее блюдо. Первое блюдо снеговичок, и вам понадобится морковка из соленых огурцов. Одного. Блин, не из банки же. Следующий салат елочка. И нам понадобится. Следующий салат елочка. И нам понадобится соленый огурец. Не могу настроиться. Блин. Следующий салат на любителей. Для тех, кто любит и понимает, что это она, что ее нужно любить, и что ее лучше кушать, а не пить. Ну и горячее. Горячее блюдо будет. Горячее блюдо будет у нас расколбас. Wow.
Поехали!